Погнали чистить трэш. Кирилл, блядь, заходи. На РС, блядь, людей нету. Нет людей вообще. Блядь, ну три слота еще. Дай Риду. Ну, уже два. Ну окей, сейчас. Если надо, блядь. Если я, блядь, сейчас зайду нахуй. То... Ну я тебе говорю, блядь, ну нету людей, Кирилл. Ну и Беба может зайти. Давай, пусть Беба заходит на рога, заходи. Похуй, пусть он чилит, мы закроем 23. Это РС. Обычка. Я, блядь, не пойду в 23, ты шутишь? Не ходи. Вон, безумец, бери его. Все, чили. Блядь, чердень, это что? Там есть проходка? Там есть все, Войт. Там нет проходки, заходи, блядь, на холибала. Не могу. Смотри, так у меня же закрыто на фул ЦЛК. 25? Проверь. Чекну. ЦЛК 25, да? Да. Я не могу присуммонить, типа, какой-то босс не убит у тебя. Нет, Либ, не суммоню тебя. Нельзя применить к этой цели, заходи на хапал. Чё, в 3 хапала, ебать? Ну, блядь, есть какие-то другие предложения? Я говорю, могу в ретрик. Не надо. Не надо, будете хилить. Будете хилить в 2 хапала свет, и хапал друида С будет хилить, ну всё. Ебать, жестко. Кабан? Еще есть возможность полутать по кабаночку на СПД? Есть. Да нахуй, да надо, ничего. Ты угораешь. Это риска, да, не буду я одну фаску выдавать на один рейд 15-минутный. Окей, окей, понял. Он в 15 человек убивается, блядь, зачем транжирить на этот инсманки, блядь, дорогие? Я, блядь, чтобы окей. Нахуй так пиздели, что в 15 человек нахуй целках М ребро, блядь, убивается, как вы тут, блядь, сидите. Ну, ребро-то вряд ли там, трэш там, чистить. Там хп, там хп. Ну, блядь, пробудите ли отдельно от рейда, пожалуйста, отводите, разводите танки. Кабан на крестику. Пробудите ли еще одного, забери, пожалуйста. РДД по пробудителям. Ебать. Злой кабан, блядь. Две частицы на двух танках. А где третий танк для меня? Да ебани на меня. Давай, где ты? Все, заебись. Смотри, он начнет лезвие крутить каплю, ебани. Ебать. Там Беба не желает в РС-очку сходить? Беба, ты не желаешь в РС-очку сходить, ты спрашиваешь? Точно слот не будет? Ну есть ему слот, блядь. Это прям 100%? Сука, 100%. Если он сейчас зайдет, блядь, будет ему слот. Сейчас Никита раз такой два тела добирает или одно? Типа заходит и фул. Что с этой кастой, ты похуй, типа лучше... Агрись. Пробудителя. Алло. Деба. Пол, да. Грызнот есть. А есть, да? Есть. А то какой-то скам ебаный все. Бля. Я там еще в кастомке ебал нахуй. Блять, потом поебешь дальше. Давай, заходи. А нахуй тут танк? Нормально вот это танчится. Че такое есть. Кастомка? Да там. Ну да, под 3 холи паладинами, действительно. Почему вы ДД, блядь, не танчите? Ну, частица только одна, и то. Чё, дайте пать, там плюс он. И туда, и везде, нахуй. Дайте пать. Кабан. Кабан там отсасывает, нахуй. Только почему вот ты с командиром, кто это, блядь? Вы, да, ребят, левичка, ну, блядь, еще в Долран его уведи в следующий раз, блядь, чтобы вообще заебись было, блядь. Так, норм, чтоб не кастил.
Я им просто сказала разводить, пробудить лес. Ну, тут видишь, аж прям на три фронта решили развести. Я просто хотел всех доставать, хуяк не достаю. Ребята, хорошо. Вы, блядь, целого босса мы доверили хилить. Ты там, блядь, за другими кинотанками гонишься. Ну все, тогда через себя буду ебашить. Ебашь. Бля, поясни мне частицу и хуярь меня халилайт. На тебе висит его частица. Прям хуярить, да? Прям хуярь. Ну, блядь, мана сядет. Ну, сейчас тебя никто не пиздит. Ну че его пидорасит? Трэш. Я под этим деревом. Мне нужна помощь. Моя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Бля, убери командира, мне хуёво. Ты нормально его отвёл тогда. Не слушай, а где миник? Ебать, нормально нахуй. Я на камне стоял нормально нахуй. Сейчас мне спрыгивать отсюда надо. А вы самонечи? Мы сейчас страшно бьем. Ты, блин, сам быстрее прилетишь, чем мы тебя самонечи. Ща тут. Ща. А ладно, похуй, не убьет командир все равно. Он же мне так и не ответил. Ты тут? За замену дадите себе пешку? Нет. Целка. Почему? Сколько потому тебе дать? Так я сидел, ждал. Был готов лететь. В принципе, как и сейчас. Видишь, влетел. Никита, а докинь половину ЕП он же еще за целка. Кабан быстрый по 15, да? Не будет, да, мне ИП? Будет, будет. Не любят, да, Богдана? Любят сильно. Богдана не любят. Богдан такого не прощает. Вот это выдох, ебать. О, страшно. Разведите, ну, отведите эту хуйню, пожалуйста, от пробудителей. Ебать, вы прикалываетесь. Стой, хиль, блядь. Да это параша какая-то, ебать. Вот он увел и еще и улетел. Ебать. Ну он путешественник, хули ты доедет. Хорошо, Халион, нахуй. Вот бегайся, блядь, в танка. Чего, блядь? Решай, как танчить. Чего, блядь? Что за удивление? А ты выдержишь две копии? Сейчас я, видать, спекнусь. Видосы... Смотри, на этого в танка, на следующего в ретрика, угу. А следующий опять в танка, и на Халионе в хулипало. Еба, язык уханяй. Ну чё, норм я придумал? Ну да. Гениально. Настя, можешь фласку дать одну? Да я сам вахуй. Звания нет, нихуя нету, бля. Читай мне звание на рогу. Все равно уже не связано, уже нихуя. Я подумаю над твоим предложением. Давай, обмен. Че? Так, я первый, танчик второй. Вторую копию забираешь, соответственно. Левичка третью. Фасок не будет. Они бы вдвоем сами спокойно вытанчили. Танчика поставить на две копии, этот Ливичка этого и все. Ну ладно, похуй.
Дадите кулак по хромтам, может быть, не? Нет, не дам. Кабан. Я жадно. Приехал. Рейндж, пожалуйста, держи Чердена. Ребят, хуйло. Чего, блять? Ну потому что нахуй кабана, блять, просто. Ну ты не скиллованный танк получается. Кабан нахуй. Нет, пока не падает. Ребят, РДД, пожалуйста, держите раньше. Я вас себя, подойди ко мне и дай БР. Попит, блять, он тут где-то прям нахуй. Да, я блядь. Кабан, блять. Кабану будет не знаю. Ну, сейчас ничего не могу. Мася? Как это сейчас? А какой это процент на вам? Блин, сейчас. Сон же, лучше уйдите. Живи, башню сюда. Давайте добивайте. Кабан, живи, башню. Бля, я без пета бью, ёбан. Гимна, ману. Там этот дурачок что-то в гичате пишет, по-моему, тебе, Никит, почитай. Без вас я бы долго не продержалась. Здесь произошли страшные. От моего взора ничто не скроется, Блэкич. Короче, у тебя танк хуёво одет, тебя сбрило, блядь. Ну ты хилишь хуёво, блядь. Где капля, где хоть что-то? Да хуя, бля, Войт, расскажешь. Какая капля? А мне потом от волны что делать? Бабла не будет. Капля, блять, меня сбреет, блять. Лакич, тебе говорили заходить до того, как присумонили Бебу. Долго. Так а чё, я сам прибежал? Не, до этого тебя еще даже не было. А, ну да. Чё тогда вы меня душите? Идите в пизду оба. Право носи.
Танк босса, левичка слева, я справа. Чака. Ебан, эти 4, блин, слишком много грас. Я даже без пета бью, блядь. Ну, на 15 человек больше. Танки, знаете, что делать? Ну, я здесь только в качестве ДД был. Ну, примерно представляю. Окей. Левичка, можешь танчить свет? Череп — это примерная метка центр босса. Крест — это где ты примерно должен стоять. Наверное, чуть ближе. Стоишь там, танчишь. Шевелиться ты начинаешь только если огонь от метеорита рядом. То есть ты просто выходишь с огня. То есть влево-вправо, не вперед-назад, только лево-право. Или если метеорит летит, соответственно, в тебя. Если он летит в тебя, ты просто зажимаешь кнопку W и пробегаешь его насквозь. И стоишь зеркально. Танчик. Заходишь в тьму, набираешь игру. Ну, даешь там пару ЛПшек, говоришь, что заходите, мы залетаем. А, рейд будет, получается, справа. Если ты будешь смотреть на босса. Там крутятся сферки. И тебе их вполне видно. Это будет прямая полоса, и она должна идти так, чтобы она не въебала ни тебе, ни рейд. Ориентир для рейнджей. Звездочка. Налеке, на печеньку смотрите. По пати. Сейчас скажу, секунду. Ты
Ты только, Танчик, погромче скажи, после того, как заходишь во тьму, набираешь там агро несколько секунд, там секунду-две, и говори заходить, чтобы мы тебя услышали, понял? Угу. Зашелдуйте его перед тем, как он заходит в тьму. Окей. А хилы какие с ним пойдут? Да скажут. Войт, остаешься в свету, просто чилишь. Ага. Луксор, заходишь, выходишь с тьмы. А, смысл выходишь? Опять во тьме? Ну, ты в свету будешь вместе с Вейдом хилить. А зачем заходить тогда, чтобы... Ну, чтобы там было 4 хила на 20 стрел, а не 3. Логично так, же? Не очень понял. Я захожу в тьму, хилю там, и потом в свет обратно перехожу? Да, вместе со всеми. Да, выходят все, выходишь и ты. А, ну... Понял? А, первая, вторая пати тьма, третья, четвертая свет. Акума, начни в свету, там, если что, это я тебя обратно в тьму дерну, окей? Не понял. Но ты выходишь вместе с третьей, четвертой пати в свет. Если что-то будет хуёво, то я тебя попрошу зайти в тьму. Вопросы? Окей, да, все, я спекнусь, у меня нету это 10% ПП. Ну, 10% ПП везде есть, если что. Или ты еще? Ну, в свету... А, точно. 5 секунд, мало. Ну, а что? А вот эти тролли, они на группу только дают АП? Или на... Чё? Или как? Или на рейд? На группу. На группу. Так а что, дайте нам тогда? Либо боссом, либо кисти. У тебя есть. У меня есть? Кто? А, Зандалар Пайт. Милхан, да? Боже. Батя у него тыква на башке. Так, готов. Фаэль. Заебало скажете. Заводите босса. Слишком далеко. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь. Узреть начало эры. Вот, короче. Ближе к концу таймера. Просто льешь лужу, и босс будет на тебе. Спамишь там ЛПшки свои и прочую хуйню. Ставьте броню, блядь. И огонь тоже. А поставьте, да, огонь. И тьму, и огонь. В свету на полную левичку. Во тьме на танчик. Во тьме поставьте ауру на тьму. Мелик, я хочу задать вам вопрос, нахуй вы так близко стоите? Вы видите, где печенька? Метеор, перебежать. Беги, малышка, беги! Ой, сам. А, в свету диспелит Войт, во тьме Юля. Фаза, танчик. Взлетаем. Встаньте все рядом с печенькой, не за звездой. Спасибо. Сейчас лезвия будут, смотри, чтобы они не порезали. Блять, у нас диспел. Луксор, твое оправдание? Да, это я. Ну, не то оправдание, я случайно, сорян. Как?
Что? Разве нас брило? Это, походу, мой косяк, но... Винс, не заходите. Кто покинул тело, Винс, не заходите. Тела вообще не покидайте. Ждите, пока исчезнет дракон. Все, теперь можно заходить. Одна не видела лезвий вообще, что они типа начались? Я тоже. Они как-то посередине начались, сбоку. Ты смотри, когда первые лезвия проходят, получается там скорее всего надо будет подкручивать босса. Потому что босс, ну, немножко криво стало, первый лезвие криво вышло. Но когда лезвие заканчивается, получается лезвие появляется, и там начинается. Как только лезвие заканчивается, Настя, ты зря старалась, тебя не было слышно вообще. Угу. Блять, так нормально? Да, подкручивать. Мы короче, поняли, что надо подкручивать. Короче, да, изначально лезвие назад. Было хуёво. Назад, короче, подкручивать. Получается, если рейд справа, тебе надо было, да, направо немножко направо подкрутить. И получается, ты когда лезвие появляется, ты начинаешь крутить босса вместе с лезвиями. То есть, получается, лезвия идут на левую сторону от тебя, и ну, ты начинаешь покручивать босса на левую сторону под лезвие. Как только лезвие заканчивается, ты перестаешь крутить босса. И тогда, ну, потом уже последующие лезвия у тебя будут нормально появляться. Ну, то есть, ты его не крутишь. И изначально надо было перед первыми лезвиями подкрутить, но это, короче, ладно, будем смотреть, как в этот раз зайдем. Ну, мне, получается, надо перед лучом идти, правильно? Блять, я тебе. На самом деле вообще похуй. Просто так, чтобы луч был. Ну, не резал никого. Все понял. Сит лапка, Адель. А, это сон уже. Немножко перепутала. Эй, вейт. Лужи, ЛПшки, прочую хуйню. Все еще не понимаю, на хаймелике в упор к боссу подходят. Руки короткие. Короткие. Танк. Сменили немного местоположение. Вернул нормально. Заходим. Заходим. Аккуратно. Мелха. Крути босса, крути босса, крути босса, крути. Еще пройди, еще пройди. Бля, нихуя. Не в лезвие. Все, все, все.
фаза, не бейте. Просто все зачильте, выходите, свет. Третья, четвертая пати и всяко. Луксор, тоже выходи. Метеор. Бьем. Две геры дайте. Свет, тьма. Я бы спросил, где вы стоите во тьме. Там типа, печенька есть, все хуйня. Мне не надо, мне нормально так. Ханту, да. Думец. Беба, метнись тоже в свет. Как раз портал рядом. Типа это нету забирать. Ебать, урод. Шо? Вернется мой господин. Этот мир сгинет в огне. Надо? А что там упало? Не апокало же вроде. Там и апокало. Да ладно, заберешь? Наверно. Че, Акман, ты будешь забирать или нет? Смертельный сговор. Че еще раз? Нет. Я не буду ставить. Все хорошо. Там фул уже поставила. А, угу. 10 ЕП. А у тебя сумма больше ЕП или что? У меня 3000. А, тогда я ставлю 3200. А, сука. Не, ну тут только с хантами, если что. Бля, Милфан, как так надо? Нет, так инфел, сейчас цены изменились, потому что у нас ЕП очень мало у всех. Там, я думаю, Кирюху поменяет. А, это рофл был? Ну да, я тупая просто. Десять. За апокалы 10. Вам не стыдно такие цены ставить? Ну, по сути, моё. Я апокалы вон вообще за 10к забрала. Ну, ебай, раньше не столько было. Ну, блядь, со мной никто и не драл. Ой, да, всё равно дёшево, да-да-да. А, чё-то дохуя поставил, можно было меньше. Я поставила... Бля, Адель, там просто этот Коби есть, я думал, он будет ставить сразу чисто это пресечь нахуй. Я сходу, понимаешь, Юль поставила 10к, и даже никто не перебивал. Угу. В долг. Кредит. 2.80 ставка. 2.90. Хуй там спейсит, 200 минимум. Так, 200 ставка. Ну и 200. Андер, ты либо сразу ставь 2500 и забирай. Либо хуй знает, что делаешь. Что за параш? Ага. Найс инфакста. Сколько он забрал? 2500? Угу. Ну там мне дальше-то пукают, блядь, скрины. О, как дела? Вот это лутно. Передамажил он тебя, типа, или чё? Нет, это... Мы же тогда в РС-ку ходили, он мне скрин скидывает, молча упал.